При объявлении актированного дня в Якутске теперь будут учитывать наиболее низкую температуру, фиксируемую на метеостанциях Гемеина и аэропорта, сообщает столичное управление образования. Таким образом, если на Гемеине показывает минус 43 градуса, а в районе аэропорта минус 46, то по всему городу отменяются занятия для учеников с 1 по 5 классы. Соответствующее положение подписано накануне и опубликовано на сайте ведомства. Напомним, ранее для отмены занятий столичные власти ориентировались на показатели температуры в районе Гемеина, из-за чего возникала масса споров. Весной в наводнении бывают отмены учебных занятий в таких пригородных школах, как Тулагина, Кангаласы, Табага. И поэтому мы постарались охватить именно все ситуации отмены учебных занятий в общеобразовательных учреждениях городского округа город Якутск. Перед тем, как утвердить данное положение, мы согласовывали все наши, скажем, действия по определению актированного дня с Якутским управлением гидрометеорологической службы.